воздайте ему хвалу. Псалом 65, с 1 по 7 стих. Начальнику хора. Песнь. Воскликните Богу, вся земля, пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих, по множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему. Приидите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими. Он превратил море в сушу, через реку перешли стопами. Там веселились мы о нем. Могуществом своим владычествует он вечно. Очи его зрят на народы, да не возносятся мятежники. Размышление, часть первая. Святая уверенность. Псалом 65, с 1 по 4 стих. Знание того, что победа на нашей стороне, дает нам твердую уверенность, которую нелегко поколебать. Псалмопевец утверждает, что наступит день, когда вся земля поклонится Господу. Благодаря этой уверенности в победе мы можем смело провозглашать имя Иисуса и ходить Его путями, а не путями этого мира. Независимо от обстоятельств нашей жизни, мы способны продолжать служить другим людям, доверять Богу и отвергать желания плоти, веря в то, что однажды весь мир будет поклоняться нашему Богу. Победа на нашей стороне. Попросите Святого Духа показать вам, какой шаг Он побуждает вас смелее предпринять в послушании Ему. Поблагодарите Его за ответ и попросите дать вам веру, чтобы Ему повиноваться. Размышление, часть вторая. Открытое предложение. Псалом 65, с 5 по 7 стих. Псалмопевец рассказывает о том, как Господь чудесным образом разделил воды Черного моря и реки Иордан, чтобы израильтяне могли перейти их посух. В книге Иисуса Навина, 4 глава, 24 стих, говорится, что Господь сотворил эти чудеса, в том числе и для того, чтобы все народы земли познали, что рука Господня сильна. Когда Бог совершает чудеса в нашей жизни, мы не должны молчать о Его великих делах. Даже когда окружающие нас люди видят в божественном вмешательстве просто удачное стечение обстоятельств или приписывают это научным достижениям, мы можем с уверенностью возвещать силу и любовь нашего Бога. Тем самым наша жизнь становится открытым предложением, обращенным к людям, прийти и самим посмотреть на дела всемогущего Бога, которому мы служим. Попросите Бога напомнить вам о чудесах, которые Он сотворил в вашей жизни, и запишите их. Попросите Его дать вам возможность на этой неделе засвидетельствовать кому-то о Его благости и силе. Молитва. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты достоин. Достоин моей хвалы, моего почитания и посвящения. Будь превознесен в моей жизни сегодня и прославься через нее. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь.